Ну, следующий сигнал покажу обязательно. Смотрите. Кто поймет, что это такое? Нет, на может быть. Но, смотрите, переворачиваю. Та-дам! Офигеть! Эмаль на месте. БГТО. Офигеть, вот эта вещица. Такой вещи у меня еще нет. Очумелая. Классная. На ней все на месте. То есть эмаль все на месте. Даже сзади вороток имеется. Не, воротка нету. Но, по крайней мере, вот так вот классно выглядит у нас находочка. Класс, 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 класс. Вот чем мне нравятся маленькие дома. Потому что площадь шурфа всего-навсего маленькая. А находок может быть в изобилии. Я уже 4 монеты поднял. Не знаю, что до этого комрад подымал. 4 монеты и вот это. Причем ковыряюсь только вот здесь вот, в этом эпицентре. Ладно, идем дальше. Зачет. Уже можно палец ставить. Видео состоялось. Будь готов, БГТО. Итак, ребят, знак БГТО я почистил и хочу вам показать во всей красе. Смотрите, в каком бодром виде у нас значок. Как будто он только что с рубахи того времени. БГТО. Будь готов к труду и обороне. Эмаль вся на месте. Хорошо проглядываются надписи. Вот, так что вот такой вот зачетный. И немножко информации об этом знаке. Закаляйся, если хочешь быть здоров, постарайся позабыть про докторов, водой холодной обливайся, если хочешь быть здоров. В 1931 году в СССР появился проект о физическом воспитании граждан страны. Основной задачей стало заинтересовать население спортом. Для этого особо выдающихся спортсменов в том же году был придуман отличительный знак, имевший название БГТО – «Будь готов к труду и обороне». В декабре 1931 года выдали первые значки, отличившимся 35 спортсменов. К концу 1932 года значки получили уже почти 500 тысяч человек. «Будь готов к труду и обороне!» – зовет Родина. Будь готов пробежать 100 метров за 15 секунд, проплыть 100 метров, пройти на лыжах 10 километров, а там, где не бывает снега, совершить пеший переход. Будь готов, будь сильным, закаленным, мужественным. Для получения такого значка необходимо было пройти испытания. Всего 21 испытание. В основу легли возрастные ограничения. А теперь значок БГТО получали дети от 14 до 15 лет, значок ГТО первой степени от 16 лет, а значок ГТО второй степени с 19 и старше. В последующие годы и возрастные рамки, позволяющие получить значок ГТО. Этот диапазон составлял от 10 до 60 лет. В 1991 году знак ГТО упразднен, так как с распадом СССР исчезло такое понятие, как нормативы ГТО. Нормы ГТО-2 могут сдавать люди в возрасте от 19 до 45 лет и старше, причем без ограничения возраста. Но для пожилых людей нормы, конечно, установлены с учетом их возможностей. А готовиться к сдаче норм им лучше всего сообща, в специальных группах. Начали! Господи, я умираю! Ничего. Нагрузка невелика для вас?